Всем добрый вечер, клуба «Турбостроитель», ветеран турбостроителя, любитель борьбы. Сегодня с Антоном Мамаевым опять покажем, опять же, банальные классические вещи из партера на разрыве рычага локтя, работа ногой, отталкивание дальней руки. То есть я попался на рычаг локтя, крепко держу, да, всячески держу вот здесь. Надеюсь, что мне хватит сил удержать. И в какой-то момент, допустим, вот я держу ручку таким образом, вот в захвате, но появляется пространство вот здесь. Допустим, сейчас силы не хватает, чтобы вот не подобрался он близко к кисти, в локтя держит. И задача ее забирает ногой, забирает пространство, пихает пятку фактически, пяткой пробивает, да. То есть не пальчики стопы, а именно пятку. Пяткой пробивает прямо сюда, вниз бицепса, подлокотное пространство. То есть я держу, когда вот так не получится. А в момент, когда рука немножко вот такой захват, сразу отрывается. И опять же, рука моя зажата ногами. Потому что если не будет зажата, а он оттолкнул, допустим, он оттолкнул, но не зажата, я могу опять изловчиться и опять попробовать. Да. Вот такая будет работа, да, если не держит, да, если не держит пятками, ногами не держим с тобой. То есть, да, отработал. Ну не держит, плохо держит. Я могу опять приспособить здесь, да. А если отработает и ногами, вот держит мою руку, я пытаюсь ее туда-сюда, все, моей руки нету, та рука отрабатывается. Вот такое хорошее. Опять же, классическое, банальное, ну, рабочий разрыв локтя, полезный. Всем удачи, пока. Хорошо, ногами.